Выпускники башкирских вузов будут развивать и усиливать технологический суверенитет страны. Об этом заявила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова в ходе визита в Уфу. Гостья посетила несколько университетов республики, в том числе нефтяной технический. Прошла по студенческому городку, побывала в учебно-физкультурном корпусе, обновленном общежитии, во дворце молодежи, пообщалась с педагогами и студентами вуза. Ольга Петрова отметила, что УГНТУ имеет большое значение в подготовке специалистов отрасли и является образцом по многим направлениям. И рекомендовала учащимся активно участвовать в общественной жизни и развивать гибкие навыки, которые пригодятся для будущей карьеры. На самом деле сейчас линейка большая, и очень много у нас совместных инициатив, которые реализуются на гранты Росмолодежи. И я знаю, что университет уже имеет большой опыт и подачи заявок, и выигранных грантах. И, конечно, мне кажется, вот это вот взаимодействие и научное, и творческое, и патриотическое линейка тоже, безусловно, мероприятие здесь очень сильное. Поэтому я бы сказала двигаться также в том же направлении, потому что все, что делается, оно уже вот так вот правильно маршрутизировано. Ольга Петрова также приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных первой годовщине Уфимского университета науки и технологий, которые прошли в конгресс-холле. Она отметила, что этот период самый главный в становлении объединенного вуза и пожелала дальнейшего успешного развития.